привет всем вам, мои дорогие! И сегодня у нас розыгрыш второй благотворительной лотереи в помощь Оксане Кученевой, где ценным призом становится картина «Домик в горах». Итак, у нас распродано на сегодня 53 билетика. И я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел онлайн». Диапазон случайных чисел я ввожу от 1 до 53. Выбираю количество 1 и нажимаю «Сгенерировать числа». И у нас выиграл билет номер 2. Давайте посмотрим, кто этот счастливчик. Так. Смотрим. И билет номер 2 у нас обладатель Бабич Оксана. Поздравляем Оксану с выигрышем. Она у нас победитель данной лотереи. И картина «Домик в горах» отправляется к ней. Оксаночка, поздравляю вас. Я вам в личном сообщении напишу, что вы победили. Вдруг вы не увидите это видео. И я вас искренне поздравляю, так как картина действительно очень чудесная, под большим вдохновением писалась, творилась, и краски тут просто превосходные, исполнение тоже удачно, красивое, и будет радовать ваш глаз. Оксаночка, поздравляю вас, что у нас есть победитель, и можно считать, что вторая благотворительная лотерея у нас удачно прошла, у нас есть победитель, поздравляем его. Мои дорогие, хорошие, на этом не все, у нас благотворительная лотерея не заканчивается. После этой лотереи у нас стартует опять лотерея украшения. У нас уже была лотерея благотворительного украшения, где стал победитель первый на случайно Алла. И мы опять запускаем благотворительную лотерею украшения. Об этом будет пост отдельно на Фейсбуке. Ссылку на Фейсбук я оставлю под этим видео. Что, дорогие мои, кто хочет поучаствовать в такой лотерее, приобретая билет всего лишь за 20 гривен, вы можете стать победителем уникального украшения. Да? Также в дальнейшем будут проводиться и лотереи с картинами, с моими изделиями. То есть то, что я творю своими руками. Что, на этом все, мои хорошие. Всех вас люблю, целую. Спасибо всем за участие в лотерее. Да? Спасибо, что вы со мной. Благодарю искренне всем. Желаю здоровья, счастья, любви и долгих лет процветания. Так что до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.